К сожалению. С такими словами дети из дома номер 30 смотрят на сломанные качели и недоумевают, куда же делась их горка. Еще в начале марта сотрудники ТГК-14 вырвали с корнями местную катушку, чтобы устранить свищ на сетях под ней. Трубы наладили, а вот куда делась единственная горка, жители до сих пор не знают. В начале марта все. У нас здесь стояла горка, стояли качели. После их уезда, вот как качели, они еще сюда перенесли. Вообще качели здесь лежали. Качели все изогнуты, ну, соответственно, либо они выпрямляют эти качели, либо новые пускай покупают нам качели. Все унесли, то есть у нас у детей нет ни одной горки, ни большой, ни маленькой, площадка вообще в ужасном состоянии. Чтобы узнать, где детская горка и когда площадку вернут в нормальное состояние, мы решили обратиться в управляющую компанию. ООО «Жилсервис Плюс» обслуживает все дома в этой округе. Эти качели мы восстановим, но мы уже разговаривали с жителями и сказали, что они восстановятся по возможности, как земля тает. Выяснилось, что демонтированную горку убрала управляющая компания, а вот на качели сил коммунальщиков уже не хватило. Сейчас, кроме того, что они портят вид двора, еще и создают опасную ситуацию, и дети могут травмироваться, играя здесь. В управляющей компании пообещали вернуть аттракционы на свое место. В свою очередь мы просим жилищную инспекцию проконтролировать, чтобы это произошло в ближайшее время. Алевтина Дармаева, Александр Чириш, Ижаргал Цырендашиев. Новости дня.